Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Tecnopov Neo 2. И сейчас я покажу вам, как отобразить уровень заряда батареи в процентах. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел «Лаборатория батареи». Здесь мы выбираем настройки энергопотребления, и у нас тут есть заряд в процентах. Можем его выключить и включить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.